Ребята, всем привет! Нам пришла посылка. Мы будем эту посылку вместе с вами распаковывать. Это большая посылка. И это опять выписал Фабиан, но он мне сказал, что там внутри. Так, я думаю, вы тоже уже увидели, что тут может быть внутри. Сейчас я просто за кадром это все вытащу. У нас классный динамара вайза. Так, здесь я уже все распаковала и покажу, что было в коробке. Три чемодана там было. У них довольно-таки красивый цвет, такой серо, даже не серо, какой-то, не знаю, видно, такой вот антрацит. Не, ну это тоже не антрацит, антрацит более темный. Вот такой вот бело-серым что-то смешано. Нам как раз чемоданы нужны, наши все почти развалились. И вот, тут вот такие вот хорошие прям колесики, три размера, но нам лучше бы было, если бы вот таких вот два чемодана было. Вот этот маленький, у нас еще маленькие хорошие такие, еще один новый даже стоит. Вот этот вот средний, он, например, если на неделю уезжаешь, его не хватает, потому что обувь туда даже не вмещается. А нам нужно было бы лучше два таких, но этот тоже подойдет. Так, за это все мы заплатили 86 евро, так их цена примерно 140 евро. Ну и Фабиан какую-то там распродажу нашел, сразу купил. Довольно-таки хороший материал здесь. Знаете, некоторые прям чемоданы, они весят тонну, если прям тут очень хороший материал. Или прям такие вот сильно, думаешь, вот-вот распадется. Этот такой вот что-то среднее. Да, так, что здесь еще вам показать? Хорошо ручки, хорошо за ручки браться. Они такие вот, как бы сделаны, как сказать, ну там что-то мягкое вставлено, чтобы когда брали, легко было или никаких боли не было, когда ты несешь чемодан. И также вот выкатывается другая ручка. Да, вот. Такая вот посылка у нас на сегодня была. Ребята, всем привет! Нам пришла посылка. В этой посылке находится подарок для Фабиана. Ну, он сам нашел, сам выписал. Я только заплачу за этот подарок. Вот, что он хотел. И получается, этот его подарок. Ну, подарок на день рождения. Так. Ребята, всем привет! Нам пришли посылки. Первая посылка вот такая вот. Сейчас открою за кадром. Так, здесь находятся вот такие вот батарейки. Это какие-то специальные батарейки, Фабиан сказал. Эти батарейки стоят 6 евро за 4 штуки. И они нам нужны для наших камер, которые, ну, при входной двери стоят и также на террасе. Они у нас продержались примерно 2 года. И вот за 2 года 6 евро, я думаю, это недорого. Так, и затем последняя посылка. Вторая посылка. У нас сегодня две. Вот в этой посылке находится вот такой худи. Фабиан, möchtest du mir das aufmachen? Фабиан сейчас откроет. Nein, so richtig auseinanderlegen. Здесь находится... Теперь мы помешались на худи. Здесь находится вот такой вот худи. Он довольно-таки легкий. Здесь нету никакого начеса, дох есть, я что-то рассказываю, нету, но он прям такой тоненький-притоненький, который мы в Америке покупали, они толще как-то, худи. Да, он тоненький, Джек и Джонсон, и белым цветом. Или Фабиан будет, или мне будет, не знаю, посмотрим, кому подойдет, тот будет носить. Он был тоже по акции за 15 евро, а так его цена 35 евро. Вот такие вот покупки у нас на сегодня были. Вам я говорю спасибо, мы уже увидимся в новом видео, до новых встреч, пока-пока.